Екатеринбургские моржи снегу и морозу только рады. Сегодня они открыли зимний сезон массовым купанием. В ледяную воду окунулись три десятка тех, кто любит похолоднее. Самому младшему моржу всего 14 лет, старшему уже 76. Давай, молодец. Не торопись. Перед заплывом любителям зимнего плавания обязательно разгоняют кровь на берегу. Бегают или делают зарядку. Без этого заходить в ледяную воду нельзя. Кроме того, не рекомендуется долго в ней находиться, чтобы их полезная привычка не обернулась проблемами со здоровьем. А если к проруби ходить с умом, моржевание поможет забыть о простудах и более серьезных заболеваниях. Кстати, моржам со стажем больше нравится купаться в трескучие морозы. Вы представляете, чем холоднее на улице, тем в воде себя чувствуешь лучше, как бы комфортней. А когда на улице тепло, в проруби кажется холоднее. Какой-то парадокс кажется, но вот я так ощущаю.